Неслихан Атагюль – молодая, но очень талантливая турецкая актриса, которой за столь короткий период удалось показать себя универсальной актрисой. Неслихан снимается в таких жанрах, как комедия, драма и мелодрама, также играет роли в сериалах и короткометражных фильмах. Родилась Неслихан Атагюль 20 августа в 1992 году в столице Турции – Стамбуле. С раннего возраста девочка хотела быть актрисой, поэтому, окончив курсы актерского мастерства, Неслихан стала пробовать свои силы на телевидении. Девушка стала принимать предложения сниматься в рекламе. Она рекламировала такую продукцию, как «Valenza Kids», «Sutas», «Tofita». Вскоре, в 2006 году, Неслихан дебютировала в кинофильме «Первая любовь», в котором изображала Баха. Тогда же начинающая актриса начала участвовать в съемках нового сериала «Листопад», в котором исполнила роль Денис. Кинокритики заметили талант у Неслихан и стали пророчить ей успешную карьеру. Так и случилось, уже в 2011 году актриса исполнила главную роль в фильме «Чистилище», за что получила огромное количество наград и признания. В 2013 году Неслихан Атагюль приступила к съемкам сериала «Два лица Стамбула», где сыграла главную роль. Во время съемок сериала «Два лица Стамбула», в котором Неслихан Атагюль исполнял роль Нериман, а партнером по сцене был Кадир Дагулу, который играл Маджита. Именно на съемках пары возникли чувства, сначала киношные, а потом и настоящие. Так сейчас Неслихан Атагюль и Кадир Дагулу вместе. С середины 2013 года Атагюль начала встречаться с актером Кадиром Дагулу. Роман молодых людей был очень ярким, красивым, и сложившиеся романтические отношения длятся до сих пор. Влюбленные, несмотря на постоянную занятость на съемках, находят время друг для друга, вместе отдыхают, путешествуют, посещают светские вечеринки, в том числе и в кино. 26 ноября 2015 года пара обручилась. Свадьба состоялась 8 июля 2016 года. Несмотря на юный возраст, актриса уже получила международное признание и множество наград, многие из которых получены за фильм «Чистилище» 2012. Всемирную известность актрисе принесла главная роль Лев в фильме «Все, что мне осталось от тебя». С 2015 года она снимается в известном сериале «Черная любовь». Ее партнером стал один из самых красивых турецких актеров – Бурак Ачевит. Этот восхитительный мужчина имеет счастье работать на съемочной площадке с самыми красивыми турецкими актрисами, и Неслихан эффектно пополнила их ряды. О сериале уже ходит много разговоров, некоторая информация просочилась в прессу и теперь живо обговаривается поклонниками как Атагюль, так и Бурака. С журналистами девушка призналась, что всегда мечтала стать популярной, востребованной актрисой, сниматься в лучших фильмах, у лучших режиссеров. Неслихан Атагюль удивила отношением к вещам, которые для многих являются обязательным показателем статуса. Она сказала журналистам, что не будет покупать дорогие гаджеты или супермодные предметы одежды, так как вполне может обойтись и более доступными, демократичными вещами. У турецкой актрисы Неслихан Атагюль достаточно интересная и запоминающаяся внешность, благодаря миндалевидному разрезу глаз. Некоторые поклонники полагают, что у девушки есть азиатские корни, но на самом деле точное происхождение актрисы не выяснено. Известно, что по отцовской линии Неслихан Атагюль является черкешиной.